Дорогие друзья, с вами Мария Карпинская. Ну вот вы видите, все стены вот так расписаны разными историями из жизни. И здесь много чего есть. И все это напоминает на самом деле какие-то русские народные сказки. Вот жалко, что это все коротко очень. Я сейчас посмотрю. О, нет. Просто немножко сниму еще город. Мы едем дальше по городу Патна. Угу. Вот такие вот здесь дома. Ну, по-разному здесь, конечно, сам город. О, тут бог много, руки Шива, темпл. Это Патна. Ну, как все индийские города, есть районы очень некрасивые, вот такие. Вот, хламовные, я бы сказала. Это звучит мантра. Мантра, буддийская мантра. Вот, для гуру Римпочи. Вот послушайте эту мантру. Вообще в индийской музыке что-то все время есть я из русских мотивов, 100%. Если вы понимаете в этом, вы понимаете, что здесь очень много русскости. Итак, мы едем в машине с буддийской мантрой, посвященной гуру Римпочи, который там ушел, и его любят, помнят, так же, как и Будду. Все, с вами была Мария Карпинская.